Документация, эти самые главные документы, отправлены в территориальные избирательные комиссии, бюллетени. Они со средствами защиты по выборам губернатора. Свои бюллетени по местным выборам тоже изготовлены. Они находятся в сейфах, в ТИКах под круглосуточной охраной. С сегодняшнего дня начинается досрочное голосование, поэтому часть бюллетеней выдана председателям участковых избирательных комиссий с оформлением соответствующих документов. Кроме того, прошел первый период подготовки организаторов выборов. Их работают около 9 тысяч общественников, и начинается второй цикл этой учебы. Проверены все участки, все помещения участков, все они соответствуют правилам безопасности. Проверены списки избирателей и разнесены приглашения. Если кто-то из избирателей не получил приглашение, во-первых, дома как крепости с домофонами, во-вторых, в частном секторе собаки, то избиратели могут воспользоваться интернет-сервисом «Найди свой участок». Всего 34 избирательных кампаний. Главные выборы – это выборы губернатора Вологодской области. Об этих выборах, о такой избирательной кампании можно только мечтать, потому что безупречное соблюдение законодательства всеми кандидатами, во-первых. Во-вторых, уважение к избирателям. Совсем другие выборы в городскую думу. Бушующее избирательное море на выборах в городскую думу города Вологды, очевидно, 147 кандидатов зарегистрировано. В зависимости от участка от 4 до 8 кандидатов на одно место. Интересные выборы. Интересные выборы сами по себе везде, но наиболее интересные, например, в Грязовецком районе. Там избиратели получат 4 бюллетеня, потому что избирать они будут и губернатора Вологодской области, и представительный орган муниципального района, который называется «Земское собрание». Будут избирать также и представительный орган поселения Грязовецкое, то есть города самого Грязовца, и главу вот этого поселения. Еще пройдут выборы 3 глав, это в Междуречии, в Тарноге и в Устюжне. Главы будут избираться депутаты представительных органов районов в Грязовце и в Тарноге. И дополнительные выборы депутатов представительных органов в Вытегре, в Сокольском районе и в Харовске. Кроме того, избираются главы сельских поселений в 14 сельских поселениях и депутаты представительных органов 10 поселений. На выборах в городе Череповце будут комплексы электронного голосования. Избиратели на сенсорных устройствах просто касанием своего пальца сделают выбор. Это позволит очень быстро подвести итоги голосования в городе Череповце. И это очень интересно. Есть у нас именные избирательные участки. Это тоже элемент патриотизма наших граждан и тех, кто участвует в избирательной кампании, потому что они вспомнят тех, чем славна наша Вологодская земля, вспомнят ее героев. Мы надеемся, что избиратели Вологодской области придут на выборы, потому что ходить на выборы – это признак цивилизованного и воспитанного человека. Государство и наше общество дает возможность самим формировать власть, и этим надо, конечно же, воспользоваться.